заставляют работать власти и объединяют жители ульяновские территориальные самоуправления. В нашем регионе их насчитывается уже более 400, и каждый год благодаря федеральной поддержке подобных некоммерческих организаций становится больше. Опыт перенимают у существующих ТОСов. Один из образцовых – мостовая Слобода, куда с визитом приехала делегация из Меликесского района. Сетку мы растянем и будем это привязывать, да? Да. Плести, правильно сказать. Да, плести. Сетка для бойцов – мастер-класс для тыловиков, а именно для активистов нового Муловского ТОС. Его представители приехали в Ульяновск из района перенимать опыт коллег уже прославленного объединения «Мостовая Слобода» за годы существования десятки полезных и добрых дел. Ну, у нас очень много мостовых проектов. Во-первых, у нас, конечно, наша гордость – это Центр здоровья, который мы открыли при поддержке Красного Креста. Они нас в этом учили. Да, и вот сейчас в ТОС Ульяновской области это движение активно развивается. Активно развивается вместе с тем и замешивается тесто в социальных пекарнях, коих сейчас по области насчитывается 10. Начиналось все с мостовой. 1-2 буханки в день на старте и до 400 в сутки на пике работы, когда был выигран президентский грант. Всю выпечку нуждающимся, опыт активистам других объединений. Технологии есть, свои секретики есть, конечно. Мне кажется, у каждого пекаря, вообще у каждого, кто занимается своим делом, у каждого есть свои секреты, кто-то может поделиться. Если ты свое дело любишь, вот обязательно. Не хлебом единым. Выпечка, в том числе сладкая, пряники, зреет в печах часто. В этот раз угощение особенное и традиционное. Каравай уже подрумянился. Видите, у него такая корочка. Но для того, чтобы он стал еще более аппетитным, нужно добавить немного яйца. Секреты очень простые, и мы их исполняем. Берут на заметку правила и технику активисты ТОС «Родник» из Муловки. Работы в плане социальной поддержки, благоустройства на малой родине много. Но к решению проблем нужно подойти грамотно. Наш ТОС, он уже существует практически 4-й год. Недостаток только в том, что мы как-то пока не начали еще активно работать. Мы хотим изучить опыт других, поэтому ездим, смотрим, учимся. И очень хотим, чтобы наш ТОС тоже заработал, приносил пользу. Из рук в руки. Руки – все самое лучшее. Мостовая Слобода передает опыт не только региональным коллегам. За пределы области тоже выходит, как один из лучших примеров территориальных объединений. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, «Вести», Ульяновск.